Bună seara! Autorul celor trei goluri ale selecționatei Moldove înscrise pe teren propriu în ultimele 20 de luni va fi colegul internaționalul român Gabriel Mureșan, dar și cu moldoveanul Ilie Cebanu. Eugen Sidorenko a semnat pentru 3 ani cu Tomsk, care a promovat în Liga Superioară a Rusiei. Înțelegerea a fost parafată prin intermediul agentului FIFA Ion Karp. Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului. Хорошие ребята. Сидоренко, может быть, первая игра, и он чуть-чуть себя передавил, но видно, что, в общем, есть скорость. Надо чуть-чуть его, может быть, заставить после отбора сыграть через пас и освободиться от мяча, вот, а не отобрать и куда-то с ним бежать. Вот этот момент. А так, пока то, что у нас появилось, я думаю, что они не слабее этих ребят, которые были. Явно, явно не слабее. Eugen Sidorenko, în vârstă de 24 de ani, a evoluat ultima oară la Hapoel Nazaret Elit în Liga Secundă a campionatului din Israel. Sidorenko a jucat 33 de partide și a marcat 6 goluri pentru Hapoel în campionat în sezonul 2012-2013. Poate cu poza acest gol, chiar spuneam că Suvorov poate să rupă ritmul, așa s-a și întâmplat cu o pasă filtrantă, o pasă în adâncime, iar Sidorenko demonstrează încă o dată abilități de golgheter, un șut sub bara transversală. Un 2 foarte bun, mai bine zis, o combinație bună și... Excelent! Iată o pasă de manual pe care o creează Moldova aici la Tiraspol. Da, bravo Moldova, 2-1 reușim să marcăm. Sidorenko a mai evoluat la Zimbru în perioada 2007-2012, pentru care a bifat 109 meciuri în campionat și a înscris 12 goluri. Eugen Sidorenko a jucat 10 partide și a marcat 3 goluri pentru selecționata Moldovei. Bătălia pentru Supercupă. Campioana Moldovei Șerif va întâlni deținătoarea cupei FC Tiraspol într-un duel pentru Supercupa Moldovei ediția a 7-a. Любой трофей, в том числе и Суперкубок, это важный этап для команды. Это история команды, вот, которая остается навсегда. И поэтому завоевать Суперкубок это очень престижно, и мы к этому будем обязательно завтра приложим все силы для того, чтобы его завоевать. И в то же время, это я уже повторюсь, наверное, это хороший экзамен, завтрашняя игра для подготовки непосредственно к Лиге Чемпионов. Мы постараемся завтра выиграть эту игру. Нам будет тяжело, потому что любой команде, которая играет против Шерифа, тяжело. Но мы приложим все силы для того, чтобы добиться победы в завтрашней игре. Также хочется... чтобы на этой игре было как можно больше болельщиков и чтобы обе команды показали хороший, качественный футбол. Я думаю, что мы сейчас в этой игре не в оптимальном состоянии, но в хорошем состоянии. Оптимальное состояние должно быть 4 числа. Supercupa Moldovei se dispută din anul 2003. Șerif are 4 trofee în palmares, iar Dacia și Milsami câte unul. Буду делать все возможное, чтобы мы только добились хорошего результата и вся команда тоже будет стараться. Для себя хотелось бы, конечно, чтобы выиграть еще один трофей и добавить в свой актив еще одну медаль. Я считаю, что завтра кто лучше будет играть, тот и выиграет игру. И, естественно, будем стараться играть не только для себя, но и для болельщиков, потому что без них, когда их очень мало на стадионе, без них тяжело играть. И нам надо сыграть так, чтобы как можно больше болельщиков привлекать на такие игры. И не только на такие, наверное, но и в чемпионате. В прошлом году проиграла Суперкубок от Милсамия. У нас в этом году большое желание выиграть и освоить этот суперкуб в этом году. Поэтому мы в
Вчера едемо на победу и на пехар. Шериф очень хорошая команда, завтра предстоит очень тяжелая игра. Я думаю, самое главное выполнить тренерскую установку, и чтобы хороший футбол был завтра. Доказать, что мы заслуживаем этот кубок и недаром стали чемпионами. И мы проиграли Тирасполь в полуфинале кубка, обидно было. Завтра будет хорошая игра, надеюсь, мы выиграем. Как все матч, да? Как все матч мы хотим выиграть. И в субботу мы будем знать, кто выиграет. Будем играть против Шерифа. Хорошая команда, сильная команда. И Тирасполь тоже хорошая команда. И в субботу увидимся на поле. Supercupa Moldovei dintre Șerif și FC Tiraspol va avea loc la Complexul Sportiv Șerif din Tiraspol, sâmbătă 29 iunie, cu începerea de la ora 20.